Добрый день, друзья! Приветствую вас на канале Коллекция Монет. Вчера я показал первую часть позавчерашнего пополнения коллекции, когда пришло около 80 монет. Вчера монет 40, сегодня примерно столько же. Все по алфавиту я рассортировал, тут что получил, чтобы не запутаться. Ну и давайте по порядку. Первая страна — это Канада. Тут достаточно много монет, тут целых 8 различных типов. 5 центов 93 года. Так, следующая монета — 5 центов 2001 года. Но это все разные типы. Тут только 5-центников. 5 разных монет, 79 год. Так, это какая? 2002 год. Следующая — 59 год. Ну и другие тут номиналы есть немножко. 10 центов. Вот она маленькая. 93 год. Четверточок. 25 центов. 84. И одна монета номиналом 1 доллар. 87 год. По Канаде прилично подошло. Так, кубинская монета — 20 центаво. 62 год. Маврикий. Крупная такая монета. 1 рупия. 1 рупий. 78 год. Монголия. 50 мунгу. Тоже тяжелая крупная монета. 70 год. Нидерланды. 5 центов. 48 год. Монета Новой Зеландии. Симпатичная. 1 доллар. 90 год. Вот эта вот монета нечастая. 1/2 реала ман. Выпускалась только один год. 1/4 есть. 1/2, 1/4 уже у меня есть монета. Вот 1/2 не хватало. Так, следующие монеты. Монеты Пакистана. 5 рупий 15 года. 25 пайс. 67 год. 5 пайс, пятачок. 76. И монета номиналом 10 пайс. 69. Одна польская вот монета. 5 грошей. 23 год. Так, потихоньку закрываю я типы евромонет. Португальский — 20 евроцентов со старой карты, это 2002 год. Жду еще десятчик, и вот необходимо купить 2 евро. Новый тип, ну, дорогая пока. Я думаю, все равно приобрету. Будет Португалия полностью закрыта. Так, 2 монеты Сингапур, 50 центов. 90 год. И пятачок —
59 год. Вот такая вот интересная монета. Монета Туниса. 2 динара 2013 года. Один год монета выпускалась. Тоже необычная форма. Финские довоенные. Не довоенные. Одна довоенная, другая уже послевоенная. 50 пенни. 46 год. А вторая 50 пенни. 42 год. Финляндию тоже потихоньку закрываем. Так, здесь у меня кучка французских монет. 20 франков, 50 год. Это вот разновидность или тип вот с надписью. Он дизайнер, что ли. В две строчки. Вот здесь вот видно. Записано. Есть в одну строчку, есть в две строчки запись. Так, дальше. 10 сантимов, 43-й год. Все Франция. Так. И еще один десятчик. 39-й год. Разные типы монет. Так, и монета уже более крупного номинала. 2 франка. 21-й год. Так, ну и уже тут немножко осталось. Монеты Центральной Африки. 5 монет. Все монеты 6 года, 2006, 50 франков. Можно сказать, что набор, но, по-моему, он не полный, там еще что-то есть. 25 франков. А может и нету, ну, не помню, тоже не буду врать. Так, монета номиналом 10 франков. 5 франков. Такая маленькая. И вот еще самая малюсенькая. 1 франк. Монета одна Эквадора. 1 сукре. Ун сукре. 74-й год. Эсватини или Свазилен, как он раньше назывался, 74-й год. 1 цент. И последние две страны это ЮАР. 10 центов, 13-й год. ЮАР нелегкая страна для коллекционеров. Вроде бы монет много дешевых, недорогих, но типов разновидностей очень много. Не разновидность, типов. 12 языков, которые они чередуют на своих монетах от последние годы. 1 ранд 2004 года. Это достаточно тяжело найти все. Особенно, допустим, 5 рандов последние года вот эти вот. Такие две японские, 1 сен 35 год и 100 йен 97 год. Все, показал все монеты. Сейчас расставить их все по местам, по своим, по альбомам. Тоже задача нелегкая. На этом все. Спасибо за внимание. Всем пока. Удачи. До новых встреч. Пока.